Чувашском государственном художественном музее открылась персональная выставка Анатолия Рыбкина. Назвал ее художник «Мой старый добрый дом» и посвятил своей малой родине. На открытии выставки побывали и мои коллеги. Эта выставка – возвращение к родному порогу после долгого творческого пути. Она посвящена истории трех деревень Мариинско-Посадского района, которые художник считает своими – Бурман-Касам, Тагаева и Эльбарусова. В прошлом году в Москве, в Академии художеств, я сделал персональную выставку, ну, по просьбе тоже Академии художеств, где я нахожусь членом-корреспондентом, выставку под названием «Мой старый добрый дом». Выставка очень понравилась, и теперь просят через 5 лет в расширенном варианте показать эту же выставку в Москве в Академии художеств. Эти работы, вот они же у меня появились не просто за полгода или за год. Я там поставил цели, давай-ка быстренько напишу. Нет, это я жил как-то параллельно в двух географических точках. Это в Санкт-Петербурге и здесь. Представленные картины – это очередное признание художника в любви к той земле, где он родился и вырос. Каждая из представленных работ – это задушевный рассказ художника о своей малой родине. Когда попадаешь на его выставку, всегда, конечно, поражает разнообразие этих работ, поражает цветовое богатство работ. И вот это сопоставление широкого кругозора, высокого горизонта, когда человек, ну, практически весь мир объездил, да, и в то же время такая нежная и трогательная любовь к родному дому. Многие, знающие Анатолия Рыбкина лично, восхищаются им не только как художником, но и как учителем. Когда у нас была практика, он нас пригласил к себе в деревню на пленэр. И мы целой группой поехали к нему на пленэр и жили там целую неделю. Вот, это был просто потрясающий опыт. У меня просто нет слов, чтобы передать, как было замечательно с ним рука об руку работать. И сейчас, когда видишь вот эти знакомые места, мы сами тоже их писали, и прям, ну, на самом деле так радостно становится. Это все знакомое нам, да, тоже. Ностальгия. Мы целую неделю там жили. На открытие выставки знаменитого художника пришли родные и близкие, друзья, коллеги и ученики. И хотя многие картины они видели не один раз, каждая экспозиция для них как открытие. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика.